Ну, Паш, что ты ждешь? Уну. Дой. Миша! Три. Лома! Миша! Патру! Все, оставьте, сейчас она придет. Оставьте Жасмин. Вышли. Посиди, Жасмин, да, сейчас. Готовы? Да. Кристиан ушел. Кристиан ушел. Нет, нет. Аджина. Уно. Стой. Эй. Ну, Михаэль, ребята. Кто? Семя, ожидаться. Андрей, рядом стоит Михаэла. Чинь, сейчас, сейчас, ты оп, оп, кидаешь, кидаешь, кидаешь. А ты кидаешь далеко. Зачем если рядом стоит? Жасмин, где уходит? Так, вы вдвоем ушли. Выходишь ты и ты. Приготовили девушки. Готовы? Да. Аджина. Уно. Ника. Двое. Шире встаньте, шире девочки. Три. Отбегай Андрея дальше. Матея, мяч ушел. Отбегай. Мальчики, пошли. Уно, двое. Покажите две девочки одного. Стоп! Стоп! Стоп, Келя. Келя. Положите на место. Денис, закрой, пожалуйста. Ага. Валерий, Дерри. Стали. Здесь еще. Здесь. Готовы? Да. Уно. Двое. Три. Пошли. Пошли, пошли, пошли. Пошли. Уно. Двое. Ноги? Вот так с Марсом качаться. А мне понравилось.
Так от того, что тебе понравилось, ты потом неделю не придешь. А? Понравилось. Так, выходите туда. Мария, туда, туда. Вы, да. Жасмина, играет с мальчиками. Жасмина, ой, не Жасмина, Аделина. Встали, мальчики! Жасмина, Влад и... Ой, Жасмина, Казмин. Дайте девочке, не? Нашел? Да. Аделине, дай, мячик Аделине, дай. Молодец, я сказал дай, не брат воронкой, дай. Хасина, пошли. Поможете? А то вы не... Нет, да? Тогда вот сюда встали. Вот сюда встали. Дети приседали. Все. Вот сюда, сюда. Дети приседали. А что ты Джека планировала? Бери, бери. Все. Стоп, стоп. Сделали? Да. Сели. Ты играешь за Эдмина и за Влада. А они вдвоем. А тебе? Пошли. Ну, так, девочки, встали. Сюда. Заправили. Вот я подходил. Они вдвоем, вы втроем. Заправили. Эдмина. Заправили. Вадим. Встали, построили. И сами считайте. Алине, Дрек, Владимир Дрек, вы свободны. Вы одели кимоно и построились. Кимоно и построились. Аделина, да. Кимоно повесили, да. Есть повесили. Надо тренироваться время. Ну хорошо, сейчас. Встали быстрее, одели куртки. Боец, куртки одели. Значит так, вы очень долго одеваетесь, очень долго переодеваетесь. Все, разговоры. Значит, Аделина вас будет сейчас со мной. Я вас буду наказывать Аделиной.